Жизнь подарила мне немало встреч со знаменитыми людьми. Первые лица государства, актеры, режиссеры, певцы. И каждый из них удивлял и восхищал меня своими знаниями, культурой. Но бывает и иначе. Недавно я ехал на работу в свой любимый театр и спросил у водителя, а когда последний раз он был в театре? Ответ меня просто убил. Никогда. При этом в салоне машины звучала песня некой современной певицы ртом, примитивная мелодия и такой же текст. То есть доживший до 40 лет человек никогда не слышал вот такой музыки. Горько и обидно за тех, кто ныне довольствуется всяческим музыкальным мусором.